А знаете, как люди расстаются? Как расстаются близкие тела? Как по утрам хотят соприкоснуться и отрывают с болью два крыла? Сценарий здесь простой и переигран. Судьба, увы, банальный режиссер. Играют люди бестолково в игры и пишут друг для друга приговор. Они с рассветом пьют холодный кофе и долго смотрят с грустью из окна. В мечтах рисуют снова чей-то профиль, хранят зачем-то бывших номера. Они все ждут звонков и сообщений, но не решаются быть первым, как-то так. И вроде бы и принято решение, а вот назад так тянет сделать шаг. И по чуть-чуть, по шагу, по минуте уходят все же дальше от любви. Меняются знакомые маршруты на новые, привычные пути. К друг другу еще часто ходят в гости, ночами в соцсетях, совсем тайком. Бывает, боль внутри ломает кости, когда приходят вечером в свой дом. Но только все бессмысленно и глупо, себя сжигают молча в тишине. Разлука — слишком сложная наука. Ее постигший лишь поверит мне.